Так, ну хорошо, скажите, на ваш взгляд, кто вот должен быть сейчас, кто на ваш взгляд сейчас лучшим нападающим является? Дзюба, Смолов или Кокорин? Смолов. Нападающие судят по чем? По забитым мячам. Смолов в прошлом году бомбардиром стал, в этом году уже 5 мячей забил. Под Смоловым целая система и, по сути, большую часть мячей. Вопрос в чем? Кто считается лучшим нападающим? Вы считаете самым лучшим? Считается нападающим, когда он забивает. Вот он лучший. Сергей Николаевич, надо ехать. Да, да, я говорю, если бы знал, что это, я бы... Ну хорошо, последний вопрос. Как вы относитесь к возможности натурализации? Ну, я вообще это негативно отношусь. Но то, что у нас сейчас творится, как говорится, футболистов нет. Отдельные позиции, возможно, точно можно натурализовать. Но он должен на голову, на две выше нашего футболиста, который там на примете у тренера. Поэтому здесь это точно можно на данном этапе. Ну, а примерно хотя бы какого уровня? Это должен быть Халк? Это должен быть Рандон. А Халк за сборную Бразилии играет, он уже не будет. Я еще раз повторяю, на 2-3 головы выше. Халк не будет играть за сборную России, правильно? Ну да. Со сборной Франции никто не будет играть. Они выше на 3 головы. Поэтому... То есть тех, кого мы, нам нужно натурализировать, не будут играть за сборную России? Кого мы будем натурализировать, я не знаю, я не главный тренер сборной. Кого он посчитает нужным, потом с него и будет спрос. Ясно. Хорошо, Сергей Николаевич, спасибо большое.